Американские эксперты журнала Consumer Reports, проведя очередные исследования, сделали сенсационное заключение. Оказывается, все современные турбированные моторы малого литража, о которых с таким восхищением говорят все производители машин, обладают сомнительными характеристиками и являются грандиозной фикцией. Дело в том, что создатели турбированных моторов малого объема всегда заявляли, что благодаря наддуву двигатели становятся не только мощнее, но и, самое главное, экономичнее. Для проверки этого утверждения эксперты Consumer Reports протестировали бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра мощностью, 173 лошадиной силы и атмосферный мотор объемом 2,5 литра, также мощностью 173 лошадиной силы. В результате теста было установлено, что с турбированным мотором машина разгоняется медленнее, чем с атмосферным мотором объемом 2,5 литра. При этом расход топлива у турбового мотора объемом 1,6 литра оказался выше, чем у атмосферника объемом 2,5 литра. В частности, на одном галлоне бензина турбированным мотором машина проехала 25 миль, а с атмосферным – 30 миль. При этом турбовый мотор стоит в Америке на $795 дороже атмосферника. Для чистоты эксперимента эксперты журнала Consumer Reports подвергли тестам еще десяток турбированных и атмосферных моторов с одинаковыми мощностными характеристиками. И во всех случаях турбовые моторы потребляли больше топлива и уступали по резвости атмосферным двигателям. При этом цена у некоторых турбированных моторов превышала цену атмосферников на $4000.